Ребята, всем привет! Вы на канале «Пиратский путеводитель». Мы сейчас зашли в один из косметических магазинов и хотим посмотреть какое-нибудь средство защиты. Вот. Например, смотрите, вот такой вот стоит 50 бат, а мы за сколько его взяли? За 120. Потому что кто у нас молодец? Дядь Вова у нас молодец. Этот магазин находится возле рынка Банзан. Смотрите, здесь достаточно приятные цены. Рыбки. Да, где рыбки. Вот прям буквально напротив рыбок. Вот, я потом еще покажу, как он выглядит снаружи. Вот смотрите, здесь. Во! По-моему, вот такой вот мы купили, нет? Или нет? Ну-ка, покажи мне тот, который мы купили за 200 бат. Мы такой купили? Ну, да, по-моему, не такой. Ну-ка. Нет, аква. Аква, ага. Нет, не то. Так, смотрите, да, давайте по ценам быстренько сориентируемся, пробежимся. Вот, например, крем с улиткой 200, побольше 300. Вот, крем вот такой, кстати, который я очень сильно люблю, он по 80. Мы сюда придем тогда закупаться, да, обязательно. Скраб нужен? Скраб? Кстати, нужно мне скраб, обязательно возьму. Дальше, что у нас здесь еще есть интересного? Вот, смотрите, цены. Кто что заметит? Ставьте на паузу. Всякие нюхачки. Да, ну-ка. Крокодилом что-то с улиткой, да. Вот 200 они стоят, получается. Это как-то может быть крем? Это настоящий, может быть? Q10. Реально. Не знаю. Но цены, кстати, достаточно такие приятные, хорошие. Хорошие. Вот сколько стоят вонючки? Это плагин. Ну-ка, сколько стоят вонючки? Какие? 50 большие. Дезодорант. Да. Вот, если... А вот такие вот по 40. Три. Да. Если три берете за 100. По-моему, кстати говоря, в Паттайе мы брали по 30. Какой был? Нет, 40. 40? Ну, может быть. 50. Так, вот мыло, например, смотрите. Сколько такое стоит? Мыло непонятно, оно очень красивое все. Я уже взяла такое. У меня же дома есть такое. А вот еще такое. Нет, такое мне не надо. Есть. Спасибо. А, я хотела взять, знаете, есть такие вот патчи для глаз. Ну, вот, надо сейчас найти патчи, точно. Возьму патчи для глаз. Excuse me, патчи. Патч. Патч, да. Где? Покажите мне патчи. Патч, ага. Вот, это всякие разные. Это вот сюда, да? Ага. Да, маска. А, да. Вот такие патчи. Так, и тебя какую выбрать? 1,30, 4 за 100. Да. Ну, это, как я поняла, это единичные. Это как золото. Разные, да. Угу. А это вот кучка их, да? А это те уже готовые маски. Угу. 10 x 180. Угу. Так, вот, смотрите, патчи. Хочу себе взять. Очень полезно для... чтобы не было морщин, ну и всяких мешков. Так, подожди, отойди. На пальцы не... Спасибо. Так, eye mask 350. Вот такие вот патчи. А сколько их штук, интересно? 10 пар, мне кажется, здесь. Голд с золотом. 10 пар. С золотом. Да. Вот такие патчи 350. Здесь, по-моему, крем это. Нет, они, видишь, написано патчи для глаз. Вот есть с жемчугом, есть томатные. Какие-то такие. Розовые пески. Да. Это с акулой какой-то. Да, с акулой, смотрите, разные. Вон по 400. Так, ну ладно, я потом... Дай-ка я возьму один для пробы. Вот такой вот, например. Да. Попробую. 400 не надо. А? 400? Я попробовать для начала. Вот. Возьмем такой один. Я попробую наложить. А потом скажу, стоит оно того или нет. Хорошо. Сейчас это купим. Так. Пойдемте еще посмотрим, что здесь предлагают. Я так поняла, здесь разные грибы, что ли, какие-то? Или что такое? Ну, это, мне кажется, вот китайцы это любят покупать. Латекс, кстати, смотрите, подушка 700 бат, это вот набор. Вот. В смысле? Это ну, вон набор? Сверху набор, за, да. За а сколько стоит подушка? Подушка. Ниже. А ниже подушка 700, 700 она, все по 700, да. Все по 700. Вот, хороший какой магазин, смотрите-ка, случайно а зашли. Детская. Да. Так. А вот здесь вот эти масочки очень хорошие. Я привозила из Паттайи. Мне очень прям понравились. А вот такую не хочешь масочку? Надо взять.
Ну, это прям на лицо масочка. Да. Вон, видите, 1,30, 4 за 100. Вот. То есть хороший такой магазин. Вот. Кто будет на Пхукете, заходите, цены просто очень хорошие, прям советую. По крайней мере, то, что мы до этого видели, было намного дороже. Вот. Дальше еще смотрите. Паста. Здесь вот тоже что-то отбеливающее или что-то. Это паста, это, да. Это паста. Любим порошки. Да, паста, порошки, щетки. Все, что хотите. Вон крема всякие, это там с этой с травами, бальзам, да. Для... Вот. Чай Матум, вон, видите, смотри, какие здоровые. 150 бат вот за такую огромную упаковку. Вот тоже лемонграсс. Смотрите, тоже чай в нем можно заваривать. Точнее, как чай можно заваривать. 70 бат. Дальше еще что тут у нас, смотрим. Тоже какие-то специи сушеные, разные. Конфетки. О, вот эти вот конфетки мы обязательно себе потом возьмем. Обязательно захватим. Они по 90 бат. Кстати говоря, недорого. Вот, надо будет захватить. Вот такие вот конфетки очень вкусные, по 60 бат. Кокос, я обожаю кокос. Надо будет обязательно взять. Подушки. Даже вот такие вот подушки, которые, как вы видите, в виде животных, да, тоже есть. Вот есть вот такие вот большие, 1295, типа распродажи у них, видите. Вот, можно все потрогать, пощупать, вот, и купить. Вон тоже набор чаев всякий разный. Вот. Вот такое вот место случайно прям нашли. Сейчас пойдем купим патчи и попробуем. Так, а мыло. А сколько стоит? А вот. 3 на 100 бат. 3 на 100 бат, да, получается. Клево. Он, смотри, какой красивый. 1,40. 3 на 100. Кстати, здесь очень хорошо говорят по-русски. Прям понимаю. Вот так вот. Да, мангустин. А он даже, смотрите, видите, с медом. С медом. Красиво, да. Так, ладно, пойдем купим. Попробуем. Да, ребят, смотрите, видите, Вован тут нашел пластырь еще. Который типа вместо Волтарена, да. Типа какой-то тайгер. Нельзя. Бальзам. Да, он уже. То есть с ним снимать. Просто... Таскайте пластинку. Ага. Снимайте пленочку и на то место, да. Которое болит. Мало ли вдруг как-нибудь вас пробьет, прошибет. Да. Так, все, пойдемте покупать. Такие пластыри. Ребята, а этот магазин вот находится, смотрите, прям вот. Рядом с рыбками, да, возле лестницы, смотрите, называется Eco Latex, ну, в общем, как-то вот так вот, вот, чекайте точку, постараюсь оставить, если что, но вообще он прям рядом с рынком Банзан находится, так что заходите, приходите, пробуйте, покупайте. Мы сейчас идем в торговый центр, как он называется? Торговый центр как называется? Jungle. Да, у меня уже все из головы вылетело. Торговый центр Jungle Ceylon. Сейчас еще там что-нибудь пошопимся, потому что очень много заказов из дома, от родни и так далее. Вот, так что пойдемте с вами шопиться в Jungle Ceylon еще. Ребята, мы сейчас пришли в Jungle Ceylon еще, опять же. Вот, и зашли в магазин Moshi Moshi. Вон, смотрите. Мы уже делали обзор мини-со во Вьетнаме. А Moshi Moshi — это что-то типа того же самого. Пойдемте посмотрим, что тут продают. Вот. Ну-ка, что тут? У меня у племянницы скоро день рождения. Вот нужно ей какой-нибудь подарочек купить. Вот такой вот магазинчик. Смотрим. Много всяких ништячков, маечек. Посмотри, даже одежда есть. Вон, по 150 бат, вот такая маечка. Хорошая такая, приятная. На ощупь. Вон, кстати, вот как ты хотела вот такую штуку. Не хочешь? Нет. Клево. Да, 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 да. С медведеночком. Для моего медведеночка. А что такое? Ну, как это, коробочка, да? А вот, кстати, мыльница, которую мы хотели взять. На присосках есть? На присосках нет. На присосках нету? Нет. Да. Знаете, такой прикол, что у нас в отеле просто некуда положить мыло, когда ты моешься. То есть там есть вот, так сказать, кабинка, но некуда положить мыло. И оно у нас валяется на полу и, так сказать, растворяется. Вот. Мы хотели какую-нибудь самую дешевую купить, чтобы присандалить на стену, ну и, соответственно, просто пользоваться. Потому что очень неудобно. Ни шампунь не поставить, ничего.
Ну, это, мне кажется, что... А, это для яйца. Для яйца, чтобы желток... Ну да, что разбиваешь? Вот здесь белок уходит, а желток остается. А, это тоже, да? Ну, это, какие, видишь, приколы для кухни, получается. Вот всякие ложечки маленькие, смотрите. Совочки. Да, совочки. Это для мороженого, там, для льда. Интересно. Мерные вот такие вот стаканчики, силиконовые, кстати говоря. Вот, очень много всяких, смотрите. Это для трусиков, мешочек для трусиков. Ну, прикольно. О, тапочки, смотрите, какие клевые. Знаете, у меня порвались тапочки. Сейчас тапочки купим. Вадим Павлович, мне и маме. Тапочки. Я требую тапочки. 180. Да, я хочу, за 180 бат я хочу купить себе тапочки. Хорошие тапочки. Нет, я поняла, да. Вот, видите, она большая. Да, пятка, видите, она еще висит. Да, ну, это 40-й. Да. Ну, хотя, с другой стороны, это тапочки, знаете, можно, мне кажется, и побольше взять. Чуть-чуть. Потому по ширине они вам нормально, да? По ширине нормально. Ну, мне нормально. То есть я не знаю, как он стал. Ну, я поняла, да. Ладно, спасибо большое. Пожалуйста. Вот, меряем тапочки для зрителей. О, мягенько. А вот эти вот, смотрите, видите, тоже 41. Вот они уже хорошо. Они как раз. Там, видать, просто нога проскальзывает. Здесь нет. Эти вот хорошие. И как они? Ну, такие мягенькие внутри. Не, а пол? Просто скользят. Пол чувствуется? А пол, они, у них резиновые, это, ну, хорошо они. Не, пол чувствуешь? Сильно? Да нет, ну, не сильно. Хорошие тапочки. Если, скажем, по улице у них ходить. Хорошие тапочки. По улице? Да. По улице вряд ли не ходить. Это явно не для вас. Ну, если по улице вот летние, то, конечно, такие вот надо если брать. Аттракцион. Ой, извините. Давай. Мы будем доставать тапочки. А, вон то. Ну, блин, зачем вы это сделали? Было бы так интересно. Да. Вот, на тебе. Эх ты. Я думала, сейчас Вова тут будет прыгать, бегать. Веши обратно. Не, они маленькие, они 36-37. Я так надеюсь, что Вова сейчас будет прыгать, а нифига. А он умный. Да-да-да, мужчина умный, а не ты. Вон, посмотри, вон соседняя, синенькая. Ну-ка. Ну-ка. Маленькие убирай обратно. А вот эти вот соседи. Взял, испортил мужик весь прикол. Да. Хороший человек. Вот, 39 сок. Смотри, какие сапотишки. Ну, блин, грязные какие-то. Ну-ка, возьми другие. Чистые хоть? Чистые. Чистые. Спасибо. Вот давай я такие себе возьму. Меряй. Ну, какие-то они страшные. Здесь такое ощущение, как будто они где-то лежали. Смотрите, видите они? На складе лежали. Да, на складе, складские. А вот так вот я отношусь ко всем хейтерам. Вот так вот, вот видите, вот так. Вот так вот я вот вас возьму, вот так вот, и вот так вот всех вот пожмякаю, да. Ать, плохой мальчик, плохой. Вот такие подушки прикольные, да? Спать в обнимку. Мягкие такие, классные. Вот такие бегемотики. Классные. Полно. О, мыльцы. Мыльцы, да. Сколько оно стоит? Много стоит. 30 бат, написано. Да. 30 бат, вот такое мыло стоит. Кстати, так хорошо пахнет, прям вообще. Вот, прям класс. Пошли. Вот всякие морковки и прочее. Это вот тоже для душа. Еще это мочалки. Ман что-то увидел. Что-то увидел. Что увидел? Ничего не увидел. А, ручки. Смотрите, здесь даже есть какая-то косметика. Необычная. Вот. Можно даже попробовать. Что, как, чего. Вот. Все продегустировать. Вот такие дела. Но честно, мне как-то не очень здесь понравилось. Потому что как-то все кажется грязным. Потому что в мини-со как-то все почище. А здесь вот я тапочек не смотрела, они какие-то все в пятнах, видно, что в пыли, какие-то грязные, ну,
не знаю, мне не понравилось, честно. Вован решил поприкалываться над сослуживцами, взять вот такую маску, стоит 50 бат. Типа, на, Петрович, охраняй. Кстати, Петрович, привет тебе. Передай привет Петровичу. Петрович, охраняй. Да, берешь сразу несколько, да, и вот так делаешь, и так... Подушка. Что, я остаюсь тут спать. Все, Иван, передай привет Петровичу. Петрович, мы тебя так троллим. Петрович, троллим. Пили спать. Да, подарок, подарок, подарок из Таиланда, да. Забота о человеке. Ладно, пойдемте еще что-нибудь посмотрим, потому что мы еще не купили то, зачем пришли. Вот, Ваману надо шлепки. А то у него одни от моря отвалились. А здесь как раз кепки можно делать. Да, ну я вижу, кепки можно делать. Что, замутим новый сезон? Ага, на 30 тысяч. Пиратский путеводитель. Нет, здесь только Микки Маус. Да мне кажется, здесь можно все, что хочешь. А мне кажется, можно даже все, что хочешь. Ладно, пойдем. Так, нам нужно, знаете, нам нужно зеркало, не зеркало, я вообще хочу, знаете, такая лампа есть круговая, да, вот для съемки, для подсветки, так что сейчас нужно искать вот эту вот лампочку. Я говорю, лампу мне нужно круговую. Лампу это вот надо. Да, сейчас пойдемте искать лампу. А что мы еще хотели? А, сумку для племянницы, вот, Вовану шлепки. Ну, Петровичу маску мы уже купили, Петрович. Вот, пойдемте еще поищем. Ребят, смотрите, пришли на второй этаж. Здесь у нас какая-то техника разная. Вот, да. Вон, кстати, переходники, смотрите. Вдруг кому-то нужно USB, Type-C и прочее. Вот. Техника. Но мне нужна лампа, знаете, круговая лампа такая. Не знаю, найдем мы тут, не найдем. Пока что-то я не вижу ничего, походу. Да. Все для компьютера. Компьютеров для компьютеров. Флешки тут, смотрите. Да, есть наушники. А это, мне кажется, уже наушники или не наушники? Не знаю. А, пойдем посмотрим. Это колонки, мне кажется, какие-нибудь? Да. На колонки очень похоже. Блютусные. Блютусные колонки, да. А это вот такие вот наушники. Интересно. Да. Уши, да, вот такие, уши? Да, это тоже уши, это как вот вешаешь вот сюда, да, а на шею, да. Да, это все уши, ушки, на макушке, куча всякой техники и прочей фигни. Но здесь нет того, что мне нужно, так что пойдемте дальше. А здесь есть еще Big C сервис, Big C Extra, да. Здесь у нас продается тоже всякая техника, одежда, то есть не еда. Или это продолжение, не знаю. Но мы вот зашли, и я здесь вижу только технику. Пока что телефоны. Ну, смотрите. Техника, телевизоры, да. Плазма. Ну, мы уже с тобой говорили, что очень бы хотелось вывести это дело, но... О, кстати, смотрите. Те, кто любит вот такие вот супы варить, да, вот можно, кстати, вот здесь. Это вот здесь, вот, мне кажется, суп можно варить, как это. Раздельное, да. Ну-ка, что тут? А, это для держателя, для телевизора. Вот. Калькуляторы. Разветвители. Пытаюсь понять, что мне нужно. Да, вот такие колонки, да, саббуферы, да. У нас как раз у соседей проходит ремонт. Вот купить вот такие вот и как попахнуть им, чтобы вот мало тогда не показалось, да? Кстати, кто знает интересные способы, как отомстить своим соседям, да? Чтобы вот им, когда вот они вам мешают спать, когда они долбят и так далее, вот как отомстить своим соседям? Напишите, очень интересно. Возможно, мы применим ваши способы. О, какая же копичкообразная. Да. Мы, короче, сейчас спускаемся вниз, внизу у нас продуктовый магазин. Вот это получается как Big C. То есть сверху у вас какая-то вот одежда. Взяли вот такие вот чистилки для картошки. И вот знаете, вот такая штучка очень хорошая, как натерка, натирать. Такая экономка. Вот, сейчас еще посмотрим, что снизу там продают. Магазин, кстати, большой. Я сначала сказала, что он маленький, но на самом деле он просто двухэтажный. Как в Вьетнаме мы встречали. Лотте Март, да.
типа. Да, и, соответственно, если вы там что-то покупаете, потом вниз спускаетесь и оплачиваете на кассе. Кассы все снизу. Да, кассы все снизу. Ребят, ну я не буду снимать обзоры магазина продуктового, потому что все эти магазины, они, в принципе, все друг на дружку похожи. У нас уже есть куча обзоров и Big C, и Tesco Lotus, Lotte Mart и так далее. Цены, в принципе, особо вообще не отличаются. Сколько вот такой стоит один? 289. Это дорого. Все. А там 100. Да. Мы нашли магазин, который намного дешевле. Так что, в принципе, если вам что-то нужно конкретно, приходите сами, смотрите. Потому что, ну, нету смысла еще лишний час тратить на это. То, что мы купим, мы вам обязательно покажем. Смотрите, а вот здесь вот можно попробовать, да? Вот то, что предлагают. Ну-ка, я попробую. Так, тест. Так. Краб. Сладкий краб. Ну, что такое? Дальше. Вот такой краб. Тоже какая-то сушенка. Так себе. Так, дальше, смотрите, вот такая вот фигня. Тоже. Ну, так себе. Так, ну такой четвертый вариант. В принципе, съедобно. Ну, так себе. Так. Давайте еще одну вот эту попробуем. Здесь я так поняла манго. Не, хотя не буду. А то я уже соленым наелась. Вот видите. Везде все дает попробовать. Клево. Знаете, сейчас хожу с Вовчиком, и он говорит, ой, тебе надо это, ой, тебе надо то. На самом деле у нас сейчас в России продается все, что хотите, да? Может быть, это будет несколько дороже, но хотя в некоторых моментах это может быть даже и дешевле. Поэтому я хочу так сказать, что не нужно ехать за полмира ради того, чтобы что-то купить. У нас сейчас уже не 90-е, у нас сейчас уже не 70-е, 80-е. Занавес спал, ребята, и все продается у нас в России. Так что, ребят, ну, нафига это все набирать? Я не вижу смысла. Не вижу смысла. Тем более, как, знаете, некоторые приезжают там 10 килограмм, а потом уезжают и аж за перевес там платят лишних там 20 килограмм. Так вот. В России вот эта хрень есть? Хе. Вот такая хрень у нас в России тоже есть. Понимаете? Да, у нас в России сейчас, на самом деле, можно найти любую хрень. Да. Вот такая штука 6 тысяч. А вот такая штука... Причем из пенки, а не из... А вот такая штука тоже стоит 6 тысяч. Вот, если перевести в рубли, то получается тоже 6 тысяч. Ребят, смотрите, здесь тоже есть тестовая фигня. Кокос. Сейчас попробуем. И вот это у нас кокос. Сейчас мы попробуем, что это такое. Прикольно, как чипсы. Прикольно. А вот эта вот штучка, вот видите, вот это. Вот. Мы ее часто видим, но не знаю, что это такое. Как кальмар, что ли. Какой-то сладкий. Фигня. Но вот это, кстати, очень вкусное. Вот это вкусно. С голодного края. Еще смотрите, вот это манго, получается, да? И банан. Сейчас попробуем манго. Так. Сушеное, ну, так себе, мне не нравится. Так, и банан. Банан тоже, кстати, как чипсы. На самом деле, самое вкусное – это вот этот кокос. Советую. А чтобы мне никто не говорил, это специально тестовый продукт. Здесь специально оно стоит, чтобы вы могли попробовать и оценить. Если вам понравится, вы могли купить. Вот здесь тоже, видите, все тоже тестовое. То есть можно... Это, знаете, лайфхак. Приходишь и все пробуешь. Вот так вот. Ладно, не стесняйтесь. Господи, что тут из себя строить? Не стройте из себя прям великих и воспитанных. Смотрите, здесь тоже что-то тестовая фигня какая-то. Нельзя жрать. Можно жрать. Специально стоит, чтобы можно было пожрать. Приходишь и жрешь. Вот так вот. Так, я попробую. Так, вот это цукаты какие-то. Вкусно. Вкусно. Так, а вот это... Все, что кунжур. Съешь, будешь платить на кассе. А пускай они потом пороются в том, что я съела. Ну, это, знаешь, как казинак. Очень похоже. Так, ну такая вот черная. Ну, это из черного кунжута с орешками. Ну, так себе. Жую. Вот такая вот штучка. Тоже, как видите, с разными начинками.
с воздушным рисом, я так смотрю, с курагой. Самое вкусное вот это. И ты это можешь попробовать. Я чувствую, сейчас это там. Наемся тут, нагуляюсь. Прикольно. Здесь все дают попробовать. Смотрите, распродажа Сонгсонга 139 бат. Вот такая вот бутылочка. Это как чекушка, да? Сколько здесь? 300 миллилитров. Вот такая. Кстати, хорошая цена. Да, у нас как раз недовес. Я предлагаю взять с собой два мешка. Да. Такого крупного. Да, я хочу домой. Рис такой. Да. Если бы можно было, на самом деле, ребят, я бы действительно пару мешочков бы взяла с собой. Потому что прям рис у них здесь просто огонь. Угу. 150 бат стоит. Вообще, да. Причем это рис, знаете, как это, типа жасмин. Это просто жесть. У нас такой рис стоит, ну блин, рублей 200-300 за полкило. Вот так вот. А здесь вот так вот. А смотрите, какой здесь чанг дешевый, да? 490, 47 бат всего лишь стоит. Вот, а вот такой вот чанг 32. Неплохо. Вот. Так что здесь даже алкоголь есть недорогой. Что ты хочешь? Чипсы. Вот, кстати, кокосовые чипсы очень вкусные. Мне понравились. Я вон там пробовала. Не знаю, посмотрим. Ребята, мы пришли в рыбный отдел. Здесь у них есть такая фишка, что вы можете выбрать рыбу, креветки, крабов. Вот, и вам их приготовят. А рыбу могут приготовить на гриле, вот, а креветки просто отварят. Но эта услуга абсолютно бесплатная. Имейте в виду. Вот, смотрите. Видите, выбор такой неплохой. Достаточно. Да. Смотрите. Рыбка всякая разная. Вот такую, кстати, вот мне говорили, что брали рыбку, им приготовили на гриле. Получится одна рыбка 55 бат. То есть она меньше килограмма такая тянет. Блин. Вот такая вот по 89. Ну, она, видишь, просто покрупнее. И вот они прям на гриле ее делают, видите, вот там готовят. Вот стейки тоже какие-то из лосося. Так что это вам как вариант, как сэкономить на еде. А вот, например, креветки, смотрите, сколько стоят. Вот такие вот мелкие достаточно по 129 бат за килограмм. Не, это за 300 грамм. Это получается вот одна вот такая 129 бат. Вот, а вообще получается килограмм 279. Ну, на рынке мы, конечно, креветки встречали подешевле. Но там и готовка 100 бат. Вот так. А, это вот, смотрите, набор для супа, что ли, да, получается? Прикинь, да. Вообще, да. Только добавь воды. Да. Набор для супа. Реально, вот кто не умеет готовить, просто тупо покидать, да? Уже даже все нарезано, видите? И, мне кажется, там еще написано даже, как готовить. Вон даже мясо, курица, видите? И стоит-то это, по сути, вот такой набор, целый набор, 59 бат, ребят. Здесь и курица, здесь и всякие травки, и лапша, и все, что надо. Это просто, кстати говоря, очень безумно дешево вообще питаться в Азии. Ребра, смотрите, по 145, да? Фарш по 119, домашний. Свиной, я так поняла. Стейки, смотрите, какие красивые. 137 бат. Просто умножайте на 2, и вот такая цена получится. Ой, это здорово. А вот здесь вот стенд уже с готовой едой, смотрите. Вот. И, кстати говоря, если вы приходите вечером, цены будут намного дешевле. Да, вот рыбка уже готовая. Ну, сколько она стоит? 99 бат. Вот такая рыбка. А на рынке такая рыбка стоит 200. Считайте, в два раза дешевле. Куры, вон, гриль по 118. Смотрите. Вон, мясо, рульки всякие разные. Такой не хочешь? Нет. Не хочешь? Ну, как хочешь. Ребята, мы сейчас на втором этаже Цейлона. Вот здесь можно сделать майку, если вдруг кому-то интересно, с разными надписями. Сколько это получается? Майка получается 330 бат. Можно даже сумку с вашей фотографией. А сумка вообще 99 стоит. Вот так вот. Это если вы, например, ищете какой-нибудь оригинальный подарок, чтобы подарить, можете подарить майку. А мы тут, короче, присели, хотим вот попить. Взяли гранатовый сок,
Кстати, попробую сейчас. Какой-то он не очень сладкий. Не очень терпкий. Как десерт, знаете, вот, вроде как 80 бат стоит, а... 85. Да, не чувствуется, что это прям натуральный сок, как будто, вот, знаете, как юпи какой-то. Тебе покажется так? А либо не гранаты какие-то невкусные. А у меня еще вот такой, знаете, мандариновый. Ну тут получше. Тоже юпи. Как больше похож? Вот он больше похож, он действительно как будто, вот, знаете, свежевыжатый. Сидим тут, короче, и думаем. Знаете, на самом деле, мне кажется, либо мы просто судим только по Джан Цейлону, но, в частности, если сравнивать, например, Пхукет и Паттайю, мне кажется, в Паттайе торговый центр поинтереснее. Потому что тот же самый терминал 21 или центр фестиваль, конечно, там намного интереснее. Там есть где присесть. Здесь вот мы обошли, блин, буквально весь торговый центр, и вот единственное, нашли табурет, ну, скамеечки, где можно посидеть. Вот. Плюс, действительно, там больше вот сервиса какого-то такого для людей именно, вот бесплатного. Вот. А вот здесь как-то, мне кажется, все-таки немножко, ну, не для людей. Вот. И цены, конечно, тоже прям дерут, прям жестко очень. Пока вот Джан Цейлон мне особо не нравится. Здесь прикольно, вот если снизу, там, где вот кафешки, ресторанчики, вот там прикольно. А вот как торговый центр что-то покупать, мне кажется, нету смысла. Для китайцев готовились вам. Да. Вот видите, готовились реально для китайцев, а китайцев здесь не приехало. Потому что вся вот эта фигня, это вот украшение для китайцев на их Новый год, походу. Happy China's New Year. Вон, видите, даже написано, с новым китайским Новым годом. Вот так вот. Вот так вот ждешь китайцев, когда... Это, знаете, выражение такое? Когда они нужны, их нету, да? А когда они не нужны, их толпы. Вот, к сожалению, когда мы были во Вьетнаме, да? Или когда мы были в Паттайе, их было просто вагон. Сейчас же вот вроде как тайцы их ждут, вот, но их нету. Ну и, может быть, хорошо нету, пускай сейчас все устаканится и будет получше намного. Вот так. Что ты сейчас сказать хочешь? Нет. Тебе понравился торговый центр? Так себе. Старенький, обшарпанный. Он, видишь, даже третий так заблин крыт стоит, видишь? Пустой. Да. Только два этажа работает. Да, действительно, как бы, ну, такой... Видно, что он уже бывалый, очень сильно бывалый. Вот, а тот же самый, не знаю, Термал 21 или Центр Фестиваль, там, мне кажется, как-то поприличнее все организовано. Между второй и третьей улицы как раз находится. Ну, я надеюсь, мы еще до какого-нибудь торгового центра дойдем. Вот, чтобы сделать более объективное мнение, но пока что Паттайя по торговым центрам, мне кажется, все-таки выигрывает. Да и фудкорты тоже там намного интереснее, потому что здесь мы были на фудкорте, в прошлых выпусках, смотрите, это в одном из первых. Вот, и там, знаете, еда вообще очень плохая, во-первых, невкусная, мы траванулись в первый вечер, вот, и очень дорогая, то есть том-ям по 150-200 бат. На фудкорте, то есть из каких-то консервантов, это прям перебор. Тогда, когда мы, например, приходили в кафешку, да, и брали по 80 бат. Так что вот в этом плане фудкорт вот здесь вот. Там, мне кажется, в торговом центре есть очень невыгодно. Максимум можно просто купить что-то в Big C, вот, и, соответственно, там уже, там плюс готовая еда какая-то, вот, можно взять развесную рыбу, и вам ее просто приготовят. Вот это лично мое мнение. А мы сейчас с Вованом вышли из торгового центра Джан Цейлон. Вот, хотим сейчас немножко прогуляться и сходить в ресторан Фуджи. Нам там очень сильно понравилось. Вован в прошлый раз болел. Вот, но он хотел очень вкусно попробовать суши. Вот, и сейчас пойдем там попробуем. Ну, так немножко перекусим. И тот, кто не видел обзор ресторана Фуджи, обязательно смотрите. Постараюсь оставить ссылочку вот здесь вот. Так что пойдемте. Кстати, вот здесь вот улица еды, вот прямо в торговом центре. Вот очень много всяких кафешек, ресторанов. Можешь сюда зайти и покушать. То есть кафешки буквально на любой вкус. То есть итальянские, там французские, японские, китайские, тайская кухня. В общем, все, что хотите. Вот. Ну, цены, конечно, не самые дешевые, но место хорошее, проверенное. Так что приходите, а мы пойдем в ресторан
Фуджи вот здесь он находится. Ребята, смотрите, вот такой вот ресторан Фуджи. Ну, мы вам его уже показывали. Вот так вот все красиво здесь. Здесь очень красивая атмосфера, прохладненько, в общем, по кайфу. Сейчас будет ваша любимая рубрика. Пойдем, пожрем. Так что давайте что-нибудь пожрем. А мы тут, короче, заказали сет. Сет рамен, получается, да? С роллами. И смотрите, что принесли. Это прям тазик рамена. Кстати, получается с... Как его называют? С водорослями. С нори. Вот. Что, Владимир Павлович, прошу. Берите палочки и ешьте, как настоящий азиат. Приятно. Это, кстати, твоя порция. Вообще. Я-то себе другой заказала. Я тебе заказала шарики и обычный супчик легкий. Это ты у нас это после голодания. Ешь там пока горячий суп. Я все не съел, ты что? Ну давай, старайся. Вообще едят его палочками. А я не буду палочками. Да. Я буду вот так. А ты давай, старайся. Попробуй блинчик. Ну как? Попробуй. Хороший блинчик? Да. Яичко. Такой, знаешь, прям яично-мясной такой оттенок. Да, дай еще блинчик. Ну, сейчас наложу себе. Да, давай. Положи мне. Да, давай. Очень вкусно у тебя. Вкусненько. Мне, пожалуйста, и с лапшичкой. А я палочками буду есть. Мне кажется, это проще палками. Давайте сейчас я себе по-нормальному наложу ромена. Смотрите, такая палочками берем. Кусочек мяса кинь, не забудь. И в тарелочку себе ать. Все. Возьмем все кусочек мяса у Владимира Павловича. Только не, блин, два. А здесь сразу два. Один, два. Ну уж как рука взяла. Знаешь, как рука взяла, смотрите. Такой румынчик. Шпинатик себе. Это не шпинат, это капустка. Морская, да? Да. Морская, блин, капустка. Морская и черепашка. Да-да-да. И бульончик не забудь. Бульончик, да. Такая румынка. Спасибо. И бульончик сейчас налакаю себе. Тазик такой большой принесли. Я думаю, там маленький тазик, как у тебя вчера. Вообще, знаете, Азия мне очень нравится тем, что действительно здесь такие прям тазиками. Все готовят. Все. Спасибо, Владимир Павлович, что не пожалели мне своей еды. Да, вот такой вот чай. Он невкусный, знаете, как зеленый чай. Натуральный чай. Да, мне не понравилось. Пробуем. Пробуем. Лапша попробуем, да? А это что за хрень? Это как рыбные шарики попробуем. Ну, это как похоже на крабовую палочку. Приятного нам аппетита.
Ну все, ребят, на сегодня у нас все. Мы все скушали. Смотрите. Очень вкусно. Здесь реально готовят очень вкусно. Порции достаточно большие, вот особенно рамен. Вот. Но, конечно, цены не самые бюджетные, но оно того стоит. Атмосфера, еда, то есть она как бы вот 100% свежая, 100% вкусная. В общем, это место определенно зачетно рекомендую. Ладно, сегодня у нас все. Если вам все понравилось, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, обязательно пишите комментарии. Ну и увидимся в следующих выпусках, потому что наше путешествие по Таиланду и вообще по всему миру продолжается. Так что на сегодня все. Всем спасибо, всем пока. Мадлоу.